Всем привет, друзья! Ну что, добро пожаловать на наш канал. Сегодня я приехала в магазин потерянных посылок. Как вы знаете, в пятницу у нас будет конкурсная распаковка. Мы будем открывать коробочки. И всегда на конкурсную распаковку мы покупаем, стараемся, во всяком случае, посылки по $7. И вот сегодня день, когда все по 7. Я приехала сюда за коробочками, чтобы нам было что открывать в пятницу. У нас дома ничего нет, только палеты, только все, что уже мы распаковали. По доллару тоже все открыли, поэтому мы немножко опустошились. В плане новых коробок все у нас уже распечатанное. Конечно, у нас полный гараж того, что нужно продать, что еще стоит, ждет хозяина, но конкурс никто не отменял, для него нужны новые коробки. Так что пойдемте, друзья, в магазин. Я приехала прямо к открытию, совсем чуть-чуть времени осталось до открытия, я практически впритык. Но не хочется прям супер рано вставать, знаете, ехать сюда недолго, минут 50, наверное, но тем не менее магазин работает с 9, и даже если приехать там на полчаса раньше, то выезжать, сами понимаете, во сколько нужно. А вставать так еще раньше. Так что, как смогла. Так, вот, друзья, этот магазинчик. Название уже показывала в одном из видео, но могу повториться. Мне надо просто очередь занять. Очередь здесь не маленькая. Смотрите, сколько людей стоит уже. С колясками, со своими тележками. Под крышей. Пойдемте, быстро покажу вам название, потому что постоянно спрашивают. Понятно, что постоянные наши зрители уже знают, но кто, может быть, первый раз, для тех сниму. Вот название. Этот магазин находится у нас в районе Джексонвилла во Флориде. Названия у всех разные. Конкретно этот называется вот так. График работы у него вот здесь написан. В принципе, можно всегда зайти на сайт и будет видно. Сегодня все по $7. Сегодня пятница. Так, ну что, пойдемте занимать очередь. Через минут 6-7 уже будут открывать дверь, запускать. Уже так немножко народ разошелся, осталось совсем чуть-чуть. Очередь была большая, сейчас уже подразошлись. Через где-то полтора часа будет вывоз новых столов. У них здесь по графику, как я уже рассказывала когда-то. Не как в том магазине, где мы были раньше. Просто сирена в любой момент, и нужно быть готовым. Здесь у них есть время, расписание. И я думаю, сейчас люди ушли, к этому времени еще подойдет народ. Пока что вот максимально затарились в первый заход. Ушли, и вот теперь все копошатся. Я тоже уже теперь хожу, не спеша. Смотрю, что здесь есть на столах. Уже, конечно, мало чего на столах. Одна одежда такая осталась. Максимально коробки разобрали. Вот колготки, 3 пары. Посмотрела, но это большой размер, XL. А так можно было бы взять. Прикольные часы. Вот такие стекают. Вешаются, наверное, куда-то на полочку. Видите, вот тут вот ставятся штучки. Такой вот стиль. Будут выглядеть так. В принципе, понятно, сколько время. Просто вот такой прикольный у них стиль. Классный. Первый раз такие вижу. Необычные. Нашла здесь, стоят такие бутылочки, диспенсеры для мыла или там лосьона. Черные такие, очень стильные, красивые, но непрактичные. Вот у нас в ванной был набор, тоже такой матовый, черный. Все капли, все остается, это нужно прям каждый день их натирать, чтобы они выглядели достойно. Вот, 2 таких пузыречка здесь стоит. Открытая коробка. Это такой кран для фильтра, чаще всего, с таким тоненьким носиком, ставят для фильтра на раковину. У нас тоже стоит такой встроенный. Внизу под раковиной подсоединяется фильтр, а отсюда уже вода фильтрованная. Симпатичный, черный, если подходит. Чего нет, за $7 не взять? Он стоит, может, $30, но если нужно, можно сэкономить. Коробка большая, но открытая. И хорошо, что открытая, а то бы я ее схватила большую. А здесь уже то, что у нас есть. Вот это вот подставка, лавочка маленькая. Помните, у нас 2 коричневых уже попалось. А это белая. Вот нам белой только не хватает. Здесь вот тоже открыли коробку. Непонятно что. Должен быть, по идее, какой-то фонтан. Видите, здесь вот такая штука. Водичка должна стекать каким-то образом. Но ничего нет для этого. То есть есть само приспособление, в розетку вставлять адаптер, и все. Чего-то здесь, мне кажется, не хватает.
мне так кажется, потому что что-то, наверное, еще должно быть. Вот видите, вот здесь пустое место. Мне кажется, вот что-то здесь должно быть еще, потому что как-то некомплект выглядит. А так прикольная была бы штучка. Вот тоже какой-то стульчик. Выглядит как типа бамбуковый, но он не бамбуковый. Он просто какой-то деревянный. И мягкая такая подушечка у него. Маленький, коротенький стульчик. Здесь есть у них еще вот такая полочка. Они сюда, я так понимаю, выставили то, что может разбиться. То, что уже точно открыто. И чтобы это не рассыпалось по столу. Какая-то штука. Пинцет. Даже не знаю, что это. Может быть, зажигать. Не знаю даже. Что-то идей нет. Масленка. Ну, за 7 долларов как бы. Набор горшочков. Кстати, они ну, как бы приклеены. Вот эти подставочки не отходят. Интересно, они поштучно продают по 7 долларов? Или вот этот весь набор 7 долларов стоит? Потому что если штучно, это дороговато для этих горшков. Так, вот интересно так рассмотреть, да, то, что они выставили, не в столе ковыряться. Вот такие наборчики цветочные в баночках. Так, здесь, наверное, ага. Вот он выглядит, набор вот так, видите, новый. А здесь уже показано, как он будет выглядеть в собранном виде. Так, интересно, их здесь был, это целый, да, такой один получается. А здесь как образец. Хм. Интересно, не сделать, потому что этот весь раздолбанный, видите, тут не хватает стенок. А этот получается целый. Не собирался еще ни разу. И там все целенькое. И баночки для декорации. Очень даже цветочки симпатично выглядят. Вот эти гирлянды, они светятся. Да? Правильно я понимаю? Сейчас я хочу посмотреть. Да, батарейки вставляются, вот эти гирлянды будут светиться. Ничего, такой наборчик. Посмотрела на Амазоне, сколько стоит. 29 долларов стоит такой набор. Только здесь еще должен быть пульт. Пульта нет. Ну, без пульта не очень хочется. Он не сильно дорогой. А я уже думала взять, что ли. Так симпатично выглядит. Но без пульта не буду брать уже теперь. Так, что тут для собачек? Вот есть поводочки. Разные. С мешочками. Мешочки складывать после того, как собака сходила в туалет. А вот и мешочки. Так, это разные штуки им жевать. Вот этого очень много тоже. Коробок разных пакетов на столах. Вот это было на столе, я видела. Такие подсвечники. И здесь много, целая коробка. Убрали сюда. Видимо, открыли, чтобы не разбилось. Вот у них здесь висит как раз расписание, что 5 дополнительных корзин, ну, вот этих столов свежих. Вот, по пятницам в 12:30 и в 5 вечера, и в субботу на открытии в 9 утра. Соответственно, в пятницу на открытии тоже. Вот, а дополнительные вот в это время. Так что сегодня я дождусь, наверное, вот этого вывоза. Сейчас здесь погуляю, отдохну чуть-чуть и подойду. Посмотрю, как это здесь происходит, интересно даже. А нет, вот смотрите, сейчас подошла к столу и вижу, что есть тоже эти подсвечники здесь на столе. Открыто. Я думала, они убрали, чтобы не разбились. А еще одна. Может быть, они убрали открыто, это еще не увидели, тоже уберут. Ну, в общем, тоже есть. Так, что тут у нас тоже этот контроль собак, ошейник. Нам попадались такие несколько раз. Какие-то матрасы тут надувные лежат. Люди, видимо, открыли, достали. Прям гигантские, большие. На весь стол. Так, что тут на столе интересного? Открытые какие-то коробки. Что-то непонятное. Подушечки. Такие мягкие. Но эти уже не надувные, они уже как есть. Memory foam. Так, диспенсер такой для мыла автоматический. Руку подставляешь и выдавливается. Ну, это для дома. Такой декоративный, симпатичный. Магний. Интересно, вот такая форма, формула. Что-то со сроком годности пишут.
Не вижу срок годности. Ну ладно, мне магний не нужен, мне магний есть. Немножко другой формулы обычно покупаю. Здесь тоже какие-то энергетические порошки B12. Коробочка открыта, тоже насадки для электрической зубной щетки. Много их тут, кстати. Угу. Ну, они не очень дорогие. В принципе, можно, конечно, за $7 купить, если нужно. Но нам не нужно, поэтому не берем. Смотрите, какой нашла гаджет. Диспенсер автоматический для зубной пасты. Друзья, щетку подставляете, и паста вам сама выдавливается. Вот это я, кстати, вижу первый раз. Мыло-то понятно, везде, да, стоит такое, где не надо дотрагиваться. Но чтобы зубная паста еще такой был, первый раз встречаю. Чего только нет. Вот такие вот ящички еще. Типа для или консервных банок, или баночек. Типа Кока-Колы, знаете, такой. Потому что, видите, как сделаны. Как раз, чтобы легко было доставать, они сюда скатываются. И брать удобно ручки. Бамбуковые такие вот. Два ящичка. Обувь какая-то вот, коробка открыта. Вот такая на платформе. 43 размер. Это женские туфли. Только размер большой. Там какие-то тут часы. Просто картонка. Стрелку защитили. А так просто это картонные. Конечно же, максимально все дорогостоящее. Такое поразобрали. О, эта лампа, кстати, такая для косметологов. Увеличительное стекло здесь. Распотрошили всю просто. Сколько же она стоит, интересно? Ужас, ну что так неаккуратно, да? Ищут клад, и все вокруг рвут. Может, для кого-то это клад. А уже в таком виде не возьмешь. Так, это что такое? Какая-то полочка. Нужно собирать. Так, пакетики. Куча всего, да? Здесь уже надо копошиться, так ковыряться, смотреть, нужно ли оно или не нужно. Потому что, я же говорю, все, что явно было, забрали. То, что в коробках, в красивых, ну или в обычных, да, вот как я беру, тоже все подразобрали. Поэтому уже люди так ходят, если вдруг что-то найдется, кто-то пропустил стопочки пластиковые. Гоночная дорога. Вот так показать. Вот такая. Но здесь все так набросано. Непонятно, все ли там в наличии. Или что-то уже потеряли. Так, что здесь у нас? Вот таких вот очень много тоже. Каких-то для детей. Кораблей. Космических. Так, что у нас здесь? Ага, понятно, нам это не надо. Все уже так, по чуть-чуть. Я уже, в принципе, все посмотрела, все взяла. Сейчас пойду расплачиваться за свои коробочки, которые набрала. Я тут себе тележку урвала. Потому что обычно все вот просто с сумками вот так ходят. У них здесь в наличии всего две тележки. О, такая штука тоже стоит, которая там была на полочке. И я как-то была... Разузнала, что у них есть пару тележек, они разрешили взять. То есть они не предлагают, они не стоят на входе, все люди берут в основном сумки. Но так как я сюда приехала затариваться, мне с сумками вообще неудобно ходить. О, кстати, вот такая насадка у нас попадалась однажды в распаковке, и она нам пригодилась, потому что в нашем пылесосе Dyson как раз она сломалась. И хотя это аналог, но очень даже подошло, и мы ею пользовались. Хотя это не настоящее, но пылесосить этим хуже не будет. Так, вот эти вот тоже дорогостоящие, между прочим, крепления для мониторов.
Ну, тоже все распотрошено. У нас такой был. Мы его прям вот так, по-моему, собрали. Вот в таком же виде прям поехали, тогда продали. Так, что здесь еще интересного? Что-то такое непонятное. И, короче, про тележку, друзья. Вопрос. Я это подошла, говорю, можно мне взять тележку? Они, да, конечно. И все, я теперь хожу, не тороплюсь, потому что с сумкой, представляете, ходить, там, например, ты берешь, ну, мне нужно как минимум 10 коробок, да, чтобы для распаковки, но я хочу взять побольше, может быть, не для одной распаковки. И мне тележечка прям пригодилась. О, что-то тут тоже стеклянные какие-то горшочки. А где еще два? Вот уже куда-то выпали и не найдешь вовек теперь. Все, друзья, я загрузилась в машину полную, практически полный багажник коробок. Время у нас 12:20. Иду назад в магазин, чуть-чуть отдохнула, перекусила в машине. Сейчас же будет вывоз, будем смотреть, что там за новенькие столы, как это происходит у них. В общем, пойдемте со мной. Так, короче, тут вот выстроили людей. И вот там везут столы. Такая порядок тут прям такой. Так, ну что, ждем столики тогда. Не знаю, правда, как тут происходит. Все по одному сигналу. Я уже подошла поздно, он объяснял. Что-то там мало коробок, в основном какие-то вещи. Интересно. Да, в том магазине, конечно, поживее было, да, под музыка, вот эта сирена, и как-то привлекает внимание. А здесь так очень аристократично, практически, потихонечку так вывезли. Так, ну ладно, я думаю, это будет очень медленно и долго. Потом расскажу, как это было. Ну, в принципе, вот, 3-5 столов. Все, это вывозят последний. Так что сейчас будем кто что хватать. Так, ну что, друзья, я затарилась. Смотрите, полный багажник у меня здесь. Несколько, наверное, штук 6 еще коробок я смогла взять здесь, когда вывозили столы. Поэтому все. Следующий вывоз я, конечно же, уже ждать не буду. Он будет в 5 вечера. Поехала я домой, но не сразу домой. Еще заеду в парочку магазинов. Поэтому поехали вместе со мной. Первая остановка наша Костка будет. Заехала сначала на заправку, а то у меня уже там, видите, бензина 3 деления. В принципе, мне еще хватит намного. Но раз уж мимо еду, все равно в магазин сейчас заходить. Лучше заправлюсь. Бензин сегодня у нас 2,99, чуть-чуть подешевел. Погода просто какая-то непонятная. То солнце, то дождь, пасмурно, тепло, но очень влажно. Выезжала, было прям вообще пасмурно-пасмурно. Сейчас подъезжаю, вроде как солнышко проясняется. Но был тут ливень, вижу, все мокрое и душно очень. Ну, пойдемте, с Коска сходим. Мне там не полную тележку нужно набирать, естественно. Так, несколько продуктов. Кое-что докупить. Можно, конечно, и в обычном супермаркете, но кое-что мне все-таки нужно именно в Костко взять. Первое, что хочу взять, раз уж я здесь, это упаковку фисташек. Все уже знают наши зрители, что это наша постоянная покупка 13.49. В гости идем, нужно взять вино. Хочу сегодня взять вот это. Раньше всегда такое покупала. Потом на шардоне перешла, а сейчас что-то мне опять красное нравится. Ну вот к столу в гости возьму вот эту бутылочку. 7,99. Стоит это самая низкая цена на этот бренд, на именно это вино. Также нужно взять перцы. 6,89 стоит. Упаковку хотим на гриле их пожарить. Нам очень нравится, вкусно получается. И взять с собой. Помидоры как раз у меня дома закончились. Вот такие черики. Вот. Не зря я сюда забежала, называется. Не планировала, сейчас только увидела и вспомнила, что у меня не закончились. 5,89. Еще мне нужна морковь. Большой пакет именно нужен, потому что в планах много чего делать с морковью. Так, возьму пакет за 6 паундов, 5,99. В паунде 454 грамма. Кто, если смотрит первый раз, еще не знает. Нужны мне еще бананы. Возьму связочку. Как раз тут они зелененькие, то, что нужно. Поспеют быстро. $1.49. Сегодня мне еще нужны будут мандарины. Ну, такие маленькие, здесь мелкие. Ну, ладно. 6,99 за 5
паундов. Так что берем упаковку мандаринов сегодня. Еще мне нужно взять упаковку грейпфрутов. Сейчас посмотрю, есть они здесь, должны быть вообще. Так, это у нас апельсины с этой стороны. Наверное, с той стороны грейпфруты. Да, вот есть. Нужна мне тоже упаковочка. 4,59 за 5 паундов. Сейчас я выберу здесь какие-нибудь покрасивее. Из фруктов еще нужно взять мне упаковку киви. В ней 3 паунда 6,89. Такие вроде крупные, неплохие. Сегодня у меня такая больше закупка по-свежему. Ну, потому что это все портится. Вернее, расходуется быстро. Много не набираем обычно. И вот так вот раз там в недельку забегаю в магазин. Поэтому в Коско сегодня будет в основном такая закупка. Ну и возьму, наверное, упаковку вот этих булочек. А то у нас еще красная рыба осталась, а мы любим именно их с красной рыбой. А булочки уже закончились. 5,99 стоит. Тут так вкусно пахнет. Что-то они тут готовят такое интересное. Так, это у нас что? Ага, ага. Что-то не вижу, что это. Просто пишет, что... Типа, если у кого аллергия на арахис, то лучше не брать, предупреждают. Ну, попробую. Какие-то макарошки, мне кажется, я же такие пробовала. Не, именно эти не пробовала. Да, прям чувствуется там, мне кажется, вот что-то ореховое добавлено. Неплохие такие. Ничего. Я же, как вы понимаете, с магазина голодная. И вот эти запахи здесь стоят, манят просто. И последнее, что мне нужно взять, это сливочный сыр Филадельфия. Большую баночку желательно. Ну, другой здесь нет вообще-то. Здесь у нас 3 паунда, это кило 360. Просто буду делать перцы халапеньо, начинять. У меня есть дома начатая, но я беру про запас, потому что я боюсь, она вся уйдет и ничего не останется. Поэтому пусть будет. О, шла мимо и увидела. Сливки подорожали, $1.99 были. Не намного, но цена изменилась. Раньше, знаете, когда единичка в начале, оно как-то приятно. А сейчас вижу, что уже все, двойка появилась. Так, ну все, на этом Костко все. Иду на кассу. И потом едем с вами в азиатский магазин. Там тоже мне нужно взять, как вы понимаете, много чего полезного, свежего. Ну все, встретимся в азиатском теперь. Так, друзья, я уже в Палм-Косте, в городе, вот, приехала в азиатский магазин. Здесь кто-то оставил тележечку, наверное, для меня специально. Берем, едем закупаться. Ну и первое, что мне нужно взять, это свеклу. Хочу сделать винегрет, и она мне еще для других там дел будет нужна. В общем, свеклу возьму 2 пакетика сразу. Даже, может быть, 3 пакетика лучше взять. Про запас. Она хранится хорошо. Так, дальше идем. Какие помидоры красивые, смотрите. Лежат здесь. Прям как с огорода, как будто только собрали. Вот они, халапеньо. О, смотрите, и красные есть, и зеленые. А возьму, наверное, разных, разноцветных сделаю. Красиво будет смотреться. Сейчас надо только выбрать, чтобы размер был хороший. Взяла, в общем, 2 вот таких пачки красных и 2 пачки зеленых. $1.69. Ну вот, да, они все одинаково стоят, одинаковая цена. Мне еще нужна цветная капуста. Чуть не проглядела ее тут, думала, один айсберг лежит. Ну, вроде выглядит хорошо. $2.99 стоит вот такая вот одна штучка. Зелень еще мне нужна, укроп возьму, упаковка стоит $2.39. Не очень много здесь, но мне хватит. И мне нужна еще петрушка. В последнее время люблю вот такую петрушку кудрявую. Она дольше хранится, как-то на вкус она мне очень даже нравится. $1.68 за вот эту упаковку. Еще мне нужна пекинская капуста. Так, наверное, возьму... одну такую. Сейчас, может быть, выберу чуть-чуть поменьше. Мне такой огромный не нужен. И нужна еще обычная капуста тоже. Качанчики тут разные. Мне не очень много нужно. Поэтому, наверное, вот такой возьму небольшой. $2.85 выходит. Вот такую нашла. $1.64. Как раз то, что нужно. Потому что этот
тяжеленный, огромный, 4,25. А мне там совсем чуть-чуть нужно. И возьму еще, наверное, пакетик картошки. Это желтая картошка, 3,50 стоит пакет. Не стала в Коско брать, там огромный пакет, а мне нужно немного. Ну и взяла еще 3 штучки авокадо. У меня дома есть большой. А мне нужно еще, а большие здесь какие-то супер твердые, вот эти более-менее. Просто мне нужно скоро, он не успеет созреть. Смотрю, рыбку они тут завезли. Вот у них, кстати, очень хороший лосось у азиатов. 9,50 стоит. Он с кожей, но вкус прям суперский. Так, креветки у них всегда свежие тоже продаются. В принципе, цены приемлемые очень даже. Головы лосося. Кто любит супчик или просто поесть? Я не любитель голов. А вот это, смотрю, очень похоже на мойву. Мне кажется, это она и есть. 3,89 за паунд. 100 лет мойву не ела. Скумбрия тоже хорошая здесь я брала. Надо взять когда-нибудь, кстати, замариновать. Мне еще нужна была хурма и гранат. Видимо, хурма уже закончился сезон, а гранаты еще не начался. Ну ладно. Есть у нас тут в Алде, кстати, продается гранат чищенный. Вот мне чищенный, в принципе, нужен там совсем чуть-чуть. Может, сейчас заеду на секунду. Заскочила все-таки на секундочку в Алде. Посмотрю, здесь гранат. И посмотрю еще клюкву замороженную. Вот что мне еще нужно. Вот, друзья, зерна граната есть. 3,49 стоит. В таких вот баночках стоит. Сейчас я, наверное, выберу какую-нибудь покрасивше. Мне, в принципе, одной баночки достаточно. Там на один салат фруктовый. Примерно столько и нужно. Так, ну буду выбирать сейчас. А вот клюквы нет замороженной. Только клубника, ягоды, голубика. Ананасы, манго. Клюквы нет. Вот, кстати, клюкву сложно найти замороженную. Очень сложно. Бывает, в сезон ее продают свежую, а сезон здесь в основном ноябрь, декабрь, наверное. Вот когда День Благодарения отмечают люди, делают клюквенный вот этот сироп. Не сироп, а как он называется? Ну, типа соус такой клюквенный. Вот тогда она продается, прямо ее много. А потом уже сложно найти. Ладно, я поищу в других магазинах потом уже. Здесь я прошлась. Нету. Все-таки нету. Очень любим здесь в Алде вот такую вот салями. Стоит она 3,95. Вкусная. Тут ее немного. Ну, в принципе, так, знаете, утолить жажду, утолить аппетит можно. Друзья, ну что, у нас уже другой день. Сегодня как раз мы собираемся в гости. Буду готовить из того, что купила, продукты. Хотела сказать, что мы идем в гости, и там мы каждый что-то приносит. Вот с нашей стороны мы будем нести 3 блюда. Сейчас покажу, какие, что мы будем делать. И, кстати, к вопросу о клюкве. Я все-таки нашла клюкву, но не нашла где-то в магазине. Пришла домой, начала в интернете смотреть, где есть в наличии. Нигде нет в наличии, прямо вот в магазине, чтобы купить. Поэтому пришлось заказать онлайн. В магазине Publix, это наш такой местный супермаркет, и там они на доставке имеют клюкву, и привезли мне буквально через 1,5 часа, наверное, после заказа, быстрая доставка, так что клюква у меня есть. Вот такая упаковка, здесь буквально сколько, 454 грамма, 1 паунд, замороженная клюква без каких-либо дополнительных ингредиентов, ни сахара, ничего, просто замороженная ягода. Ну и сейчас покажу, что мы будем готовить. Так, значит, я замариновала куриные бедрышки, и замариновала перцы. Это мы будем делать на гриле, вот эти два блюда. Что я сюда добавляю? Уже много раз рассказывала на канале, но повторюсь, может быть, кто-то смотрит первый раз, не смотрел прошлые влоги. Значит, сюда я добавляю специи. Соль, перец, паприка, сушеный лук, сушеный чеснок. Дальше вот такую вот специю добавляю, покупаю в Костко. Здесь много разных ингредиентов, такая овощная смесь, и добавляю еще вот такую специю для курицы, вот ее сюда еще кладу. И в этот раз я сделала со сметаной. Раньше бывало майонез могла добавить, но в этот раз решила сделать со сметаной. Все, это значит у нас маринуется. Здесь примерно то же самое, только сюда я не добавляла приправу для курицы, а так все то же самое. Вот эту смесь
Лук еще не добавляла сушеный. Значит, в эту смесь чеснок, перец, соль, паприка. Чесночка прям побольше, это люблю. И масло. Сюда масло я не добавляю в курицу, а сюда добавила подсолнечное масло. Очень мы любим вот эти два блюда на гриле. Вот, поэтому будем их жарить. Помыла перчики халапеньо. Сейчас я их разрежу пополам, уберу хвостики, уберу всю сердцевину. И они у меня будут начиняться к сливочным сырам Филадельфия. Вот, выкладываю все это в форму, сверху посыпаю тертым сыром обычным. И запекаю в духовке. Тоже показывала на канале, у нас есть видео, где я эти перчики готовлю. Можете перейти в рубрику «Плейлист на кухне с Леной». Там очень много разных рецептов, в том числе вот рецепт вот этих перцев там тоже есть. Все, значит, вот эти вот три блюда мы несем в гости. Начинаем их готовить. Сегодня у нас на улице вот такая погода. С утра лил дождь. Буквально, я не знаю, минут 10 назад закончился. И сразу вот так распогодилось, небо уже синее виднеется. Ну, прекрасно. То я думаю, как мы будем жарить гриль, на гриле, вернее, овощи, мясо под дождем. Ну, нам не привыкать, но погода к нам оказалась милосердной. Распогодилось хорошо. Перчики начинили. Вот так вот. Много уходит, конечно, этого крем-чиза. У меня ушла практически вся банка. Вот пришлось новую открыть, чуть-чуть не хватило. Там у меня была совсем чуть-чуть начата. Может быть, пару-тройку бутербродов мы сделали. Вот. И ушла вся вот эта банка на вот эти два противня. Так что сейчас сверху я использую вот этот сыр. Мексиканский. Здесь несколько видов сыров тертых. И вот сверху сейчас все это засыплю и в духовку. Ну все, готово. Сыром присыпали. Значит, духовку разогреваю я до 200 градусов по Цельсию. Примерно, ориентировочно. 400 по Фаренгейту обычно ставлю. Минут 20-30. Я смотрю по сыру, ориентируюсь, потому что сами перцы быстро готовятся. Крем-чиз его не надо особо готовить, это просто начинка. То есть, как только расплавился сыр, подрумянился, в принципе, можно выключать, и они уже готовы. Слава тут уже вовсю готовит. Вот они, наши перчики. Пошли в ход. Ой, как я их люблю. Это вот реально, скажи, прям вкусно. Даже потом, когда холодные, да, очень вкусные. Но я их, когда мариную, я прям вот хорошо промазываю. Потому что они же, видите, такие неровные. И когда просто засыпал специями, там масло, где-то чуть больше, где-то меньше. Я прям вот каждый перчик вот так вот промазываю в приправе, чтобы все досталось всем, а не кому-то одному. И тогда они все вот хорошо пропитаны, замаринованы и очень-очень вкусные. Используем нашу тарелочку, кастрюльку из потерянных посылок. Она предназначена для лепешек. Вот кто печет лепешки, хранит здесь их теплыми. А мы используем ее для овощей. Тоже очень хорошо сохраняет тепло. Выглядит эстетично. Почему делаем на гриле дома, чтобы идти в гости? У наших просто друзей нету пока что вот этой вот барбекюшницы, скажем так, гриля. И поэтому мы решили дома приготовить и понести. Все-таки это вкуснее, чем в духовке. Ну, нам лично больше нравится. Вот, мы живем недалеко от них, буквально там 7-10 минут. Поэтому мы сейчас все это пожарим и поедем. Все будет еще горячее, хорошее и вкусное. Курочка тоже у нас пошла в ход. Пахнет уже так вкусно. Взяла вот эту форму для того, чтобы она сохраняла тепло. Это чугунная такая кастрюлька. Тоже нам когда-то давно-давно, да, в потерянных посылках она попадалась. Я за нее забыла, поставила ее и забыла. Тут вот был небольшой скол на ней. Я ее вот использую, ничего в ней не готовлю. Просто вот что-то пожарим, туда кладем, чтобы это сохраняло тепло подольше. Так, ну все, мяско готовится, ждем. Так, все, перчики готовы. Такая красота, полная кастрюлька получилась. Мясо, курица, вернее, тоже готово. Все, теперь ждем, когда будут готовы перцы. И халапеньо тоже приготовились. Вот так они выглядят, запеченные. Сыр растопился, все. Сейчас я их, они чуть остынут, переложу их в форму, чтобы с собой взять. И все, собираемся. Ну все, друзья, на этой вкусной ноте мы будем завершать наше сегодняшнее видео. Спасибо всем, кто посмотрел его до конца. Оно получилось таким немножко разносторонним, да, и потерянные посылки, и шопинг, и приготовление блюд, которые я запланировала. Но
Мы поняли по отзывам, вашим отзывам наших зрителей, что вам нравится видео, когда разные темы затрагиваются. Не когда вот одна магазин, и вот все 30 минут один магазин показывает. А когда в этом видео есть еще на другие темы какие-то сюжеты, видео получается более таким интересным, наверное, разнообразным и не скучным. Потому что не все любят магазины потерянных посылок, вот прям смотреть, что там есть. Поэтому мы не сильно сейчас углубляемся, не снимаем прям много в этом магазине. Так, чуть-чуть поверхностно, общую картину. Но в то же время тем, кому нравятся такие сюжеты, они тоже могут получить удовольствие, посмотрев. Но и не забываем о других зрителях тоже, которым интересны другие темы. Все, друзья, будем мы собираться в гости. Идем уже переодеваться. Всем, как всегда, желаем всего самого хорошего и доброго. Берегите себя. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!